Рассказывай. Всем здорово, я играл в Roblox в 2016 году, когда мой ноут тупо не мог тянуть ничего больше. Ну и с того момента поменялось, конечно же, очень много, но те самые легендарные режимы я все-таки смог найти, и давайте зайдем в 5 режимов именно моего и, возможно, вашего детства и посмотрим, что там происходит на данный момент. Ну и давайте, конечно, упустим режимы, в которых сейчас людей больше, чем общая ноль Roblox в 2018 году, нам это просто неинтересно, но и все и так знают, что там происходит. В общем, первый режим, который называется сейчас по-другому, но я помню, что это он. Сейчас он называется Survive the Night, что-то такое, но раньше назывался Before the Dawn, или просто Before Dawn, как-то так он назывался, даже если сейчас написать это название, то оно все равно найдет. Это режим, в который я играл в году где-то 19-м, супер такой старый, и у меня пинг 200 в Сингапуре, ну, окей. В общем-то, в нем изменилось, я не знаю, много ли нет, как будто бы он остался таким же на самом деле, только поменялось название. И раньше он был таким прям супер страшным, супер атмосферным, мне, по-моему, даже нравилось с него играть когда-то. Ну, я думаю, что просто играем как бы катку одну, посмотрим, что изменилось, собственно, что я помню, что я не помню. Тут 107 уровень у людей, 63, а чё так много, ребят, вы чё? То есть в этот режим реально до сих пор играют, капец. Ему лет, просто лет, как мне. Почему в него еще играют? Жесть. И в нем еще ничего не поменялось, то есть поменялась только атмосфера, которая... Ну да, точно ничего не поменялось. Поменялась, в общем, атмосфера, которая раньше была, прям она супер нагнетающая. Но сейчас, конечно, я поиграл немного другие игры, кроме Roblox, страшные, и поэтому чуть-чуть, конечно, не так атмосферно стало. Но, впрочем, выглядит все так же. Итак, я загрузился, и карта... Ой-ой-ой. Какая-то непонятная карта. Вот этот... Ой, какой этот хей знакомый, боже. Меня зовут Кеплео Макс. А мужик, мы с тобой будем ходить, наверное? Эта дубинка на самом деле выглядит уверенно, как будто бы мы опасные. И тут люди серьезно играют, ну, наверное, на постоянном. Ну, вообще режим так-то, ну, но он неплохой. Честно, он не ужасный. Ой! Окей. Короче, поменялось ничего. Даже онлайн не изменился. Но режим прикольный. Может, вам даже понравится. Еще называется Survive in the Night. Но тут людей маловато. Следующий режим — это Shark Bike, у которого даже две части сейчас. Давайте пойдем, наверное, в классику. Все-таки там я развивался. И там я играл очень давно, поэтому вперед. Итак, мне, простите, не хочется. Проверяем, что у меня здесь есть. Ой-ой-ой, это сохранилось, по-моему, да? Это, короче, у меня связано с той игрой на мобильный телефон, Shark Bite, но, по-моему, так же называется. Я думаю, если бы тут ничего не меняли, потому что вышла вторая часть, акула выиграла, окей. Также играем одну катку, смотрим, что происходит и что изменилось. Ой-ой-ой, легендарная менюшка. Итак, мы на Титанике. Так, я так понимаю, тут можно свинтить с Титаника, собственно, да? Я, наверное, так и сделаю. Пока, ребята. Короче, я уехал с Титаника. Пока, ребята. Блин, крутой режим, если честно. До сих пор я прям такие ощущения от него космические. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Братуха, блин. А почему я? А почему я? Там свой корабль, мясо, почему я? Ладно, ради приличия, я захожу на вторую часть. Посмотрим, что изменилось здесь. По идее, основные изменения должны быть именно вот тут, потому что это вторая часть, как бы... Ну, должно быть тут все. Немного чего изменилось, но тут все выглядит круче, прям свежее. Ну, прям реально свежее все выглядит. Там акулу уже замочили. А что? А куда? А, ну да. В общем, Дима, Гбен и Long Way Home выиграли. Сейчас будем мы играть. Также одну катку сыграю, просто узнать, что произменилось. Я буду обычным рыбаком, которого никто не трогает, я думаю, это хорошо. Давайте пригласим напарников. Рыбаки, ко мне! Почему никто не со мной не хочет? Ну ладно, я буду сам рыбачить. Она там кого-то уже съедает, по-моему. Но меня это не касается. Ой-ой-ой, что он творит? Там по нему радужный огонь идет. Ну, я все еще просто рыбачу, и я все еще был не съеден. В общем-то, живу я уже просто. Почему? Короче, рыбака может законтрить только интернет. Итак, следующий режим, который вы, наверное, просто все знаете, это Epic Mini Games. Как же я много времени провел в этом режиме.
И вот мне прям интересно, что у него добавили. В нем, по идее, до сих пор стабильный онлайн довольно-таки. И раньше я всех выигрывал здесь. Сейчас посмотрим, пропил ли я свой опыт или нет. Скоро узнаю, если этот режим я не узнаю. То есть все-таки добавили что-то новое. Все-таки добавляют. Ой, что делать? Стампинг, ёпта. Если честно, я думаю, у меня какой-то просто врожденный талант в этом режиме, я в него выигрываю просто всю жизнь. Вот серьезно, вот я сейчас говорю, что я займу первое место. Это будет настолько очевидно. Вот что раньше, 12 лет, в 11, я выигрывал, что сейчас? У меня просто с детства этот талант выигрывать в этом режиме, ну, он мой любимый. И все. Ой. Чё? Я выиграл. Тут очень много добавили, видимо. Я не помню этой мини-игры. Я прям ее не помню. А, ну так это просто. Ну так это очень легко. Это тоже выиграю. 170 секунд! Вы что, сумасшедшие? А чё так много? Боже, почему оно такое длинное? 120 секунд. Победа. Это победа. Это победа? Ой! Я не знал! Если нечестно, я не знал об этом. Но я все равно выиграю, без разницы. Если честно. Да, это невозможно выиграть. Ужас. Что? Что это? Что это? Надеюсь, на нее нет АП. Очень сильно надеюсь, что... Мне не забанят видео из-за этой сраной музыки. Я надеюсь. Что это? Что сюда добавили? Нет, все, я настроился. Я настроился. В каком месте? 210. Ужас. Это позор, это позор. Я вырежу это, наверное, полностью. Ой-ой-ой, Патрик. Патрика, может, не надо? Патрик озверел, что происходит? Патрик! Патрик! Патрик, нет! Патрик! О боже! Патрик бедную девочку задавил! Что происходит? О нет! Короче, я постарел, я разучился, я не умею играть в эту игру. Все, с меня хватит. Так, а следующий режим это Робио. Вообще игра в другой, он назывался... Ручайник, но как-то... Короче, Ручайник. Назывался он вот так, но я зашел в какую-то более обновленную версию. Я думаю, это будет поинтереснее в любом случае. И посмотрим, что добавили. Я так понимаю, это все донат. А, мне тут уже счет выставляет. Понятно, спасибо. Можно просто поиграть. Вот так вот я заспаунился. И вот я помню вот эту вот менюшку, вот эти вот все... Ой-ой-ой, вот эти вот все убийства страшные. Страшные, собственно. Уроды. Собак своих держите на привязи, пожалуйста. Короче, помню все эти эксперименты. Сейчас мы попробуем сделать киборга. Ну что же, что изменилось? Много кнопок. Раньше я стоял просто робот. И все. Сейчас тут прям много кнопок, я так смотрю. Давайте его заспавним. Будет его звать Роберт. Роберт очень жизнерадостный. Короче, иду за первым вирусом для Роберта. Надеюсь, он это выдержит. Уху-ху! Сколько тут всего добавили. Я так понимаю, половина здесь это донат, да? То есть, ну, допустим, я захочу взять... Сколько? Сколько? Короче, Роберт скоро станет киборгом. Что тут происходит? Уничтожит просто всех здесь. Это будет мой ручной киборг, которого я выкормлю. А где моя комната? Роберт, надеюсь, ты готов. О! Роберт, у тебя нож в спине. Подожди, у тебя нож в спине. Ой. Короче, Роберт озверел, и теперь он кидается на меня. Я не знаю, что на него нашел такого, ведь я... Но нужно искать ему лекарство срочно, иначе он тут поработит не только всех, но и меня тоже. Сейчас ты поплатишься за свои нападения на хозяина. Ой, он стыкается! Нет, нет!
Роберт, нет. Последняя версия, его зовут Даня. И в этот раз я учел все минусы и привязал его веревками. Ой! После небольшого преобразования я думаю, что мой воин готов. Ты сейчас будет сражение. Давай. Давай, Даня. Даня, давай, вперед. Блять, Даня, нападай. Даня, давай. Даня. О! Он убил. Он убил его. Даня, красавчик. И последний режим на сегодня — это Prison Life, в котором, наверное, даже ничего не изменилось. Короче, первый режим, который я записывал, был Jailbreak, но я так подумал, что это слишком скучно и слишком долго, потому что видео уже у нас экранное время заканчивается. Единственное, что я хочу проверить, что изменилось. 5 лет назад писали, что добавят пачку чипсов в автомат. Давайте посмотрим, добавили или нет. Чипсов нет. Ну что же, а вот и конец. Если вы спросите, почему я начал выкладывать больше одного видео в 20 лет, то я просто устал от того, что у меня на канале 6 видосов и одно снято как будто под алкогольным опьянением. Ну и вроде все рассказал, все показал, а теперь всем пока и всем удачи. Надеюсь, мы